Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их описанием по книге «Великие музеи мира». Джон Сингер Сарджент. Этюд на пленэре. 1882 год. Холст масла 65/80. Джон Сингер Сарджент. Выдающийся американский художник. Мастер портрета, совместивший черты импрессионизма и модерна. Он один из представителей так называемой «прекрасной эпохи» периода европейской истории между 1890 и 1914 годами, названного так позже из-за контраста со временем Первой мировой войны. Но почему американский художник работал в европейском стиле? Дело в том, что значительную часть жизни он провел в Старом Свете, учился в Париже и созрел как мастер, и выставлялся здесь. Во Франции Сарджент сблизился с импрессионистами, теснее всего с Клодом Моне. Даже написал картину «Клод Моне, работающий на опушке леса» около 1885 года, находится в галерее Тейт в Лондоне. Будучи уже признанным портретистом, он создавал и выразительные пейзажи, конечно, с фигурами людей. Бруклинское полотно – яркое свидетельство влияния импрессионизма на творчество мастера и плод одного из приездов Сарджента в Англию, где он провел чудесное время в обществе живших там художников. Именно здесь он много писал на пленэре. Первые наброски этой картины были сделаны на природе. Исследователи творчества живописца утверждают, однако, что заканчивал он полотно всегда в мастерской и не без помощи фотографии. Обрезанные края данной работы, в свою очередь, делают ее своеобразным «снимком» в кавычках момента. Вот такое описание к работе «Этюд на пленэре», автор Джон Сингер Сарджент, 1882 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.